Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных на концерте 17-го международного фестиваля «Созвездие мастеров». Сегодня на сцене легендарный коллектив. Он был основан в декабре победного 1945 года на Всесоюзном радио и Центральном телевидении. С 1997 года оркестр находится в системе Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Создателем и первым руководителем оркестра стал Петр Иванович Алексеев, в прошлом концертмейстер Великорусского оркестра Василия Васильевича Андреева. С первых дней оркестр выступал в радиоэфире, являясь его подлинным украшением. В 1974 году за большие творческие успехи оркестру было присвоено звание «Академический». В разные годы коллективом руководили выдающиеся музыканты. Дирижеры Виктор Смирнов, Владимир Федосеев, Николай Некрасов, Андрей Шлячков. С 1 августа 2023 года художественным руководителем и главным дирижером оркестра становится яркий, талантливый музыкант Евгений Волчков. Коллектив ведет активную концертную деятельность, выступая на ведущих музыкальных площадках нашей страны и за ее пределами. Уникальные проекты оркестра не имеют аналогов, вызывали и вызывают большой интерес публики. Многие из них знали основы передачи радио и телевидения России. Аудитория оркестра — сотни миллионов отечественных и зарубежных слушателей. Итак, на сцене Академический оркестр русских народных инструментов имени Николая Некрасова Всероссийской государственной телерадиокомпании. Художественный руководитель и главный дирижер Евгений Волчков. Петр Чайковский. Элегия.
Сегодня в зале присутствует выдающийся музыкант. Уважаемые зрители, поприветствуем аплодисментами председателя жюри конкурса «Мастеров балалайки», заслуженного артиста Российской Федерации, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, профессора Владимира Борисовича Болдырева. Чайковский, «Ноктюрн».
Петр Чайковский. «Ноябрь на тройке» из цикла «Времена года». Василий Калиников. Вторая симфония. Вторая, третья части. Thank you.
Первое отделение концерта подошло к концу. Объявляется антракт 15 минут.
Василенко, праздничная увертюра. Thank you.
Дорогие друзья, слышно меня, нет? Без микрофона. Сегодня праздник, прозвучала праздничная увертюра. 17-й международный фестиваль открыт. Поздравляю вас всех. Но это еще не все. У нас двойной праздник. От лица руководства ВГТРК и от себя лично я хочу поздравить нашего концертмейстера, оркестра, выдающегося музыканта, аранжировщика, дирижера, прекрасного человека, которого все очень любят у нас в оркестре. Я думаю, вы тоже знаете его прекрасно. Виктор Иванович Калицкий. Ему 80 лет сегодня. Ничего не надо. Вот, поэтому я не мог себе, не мог не сделать этого вот этой минуты внимания для моего дедушки, который все отдает другим, но вот сам себе не делает. И вообще спасибо всем вам за ваш труд и вот за эту энергию, красивую музыку, которую они делятся с нами. Просто восхитительно. Спасибо всем. Василенко. Концерт для балалайки с оркестром. Финал. Солистка, лауреат всероссийских и международных конкурсов Евгения Быкова. Thank you.
Андреев, вальс «Метеор». Цыганков, «Элегия». Солистка, лауреат всероссийских и международных конкурсов Анастасия Сазанова.
Третьяков. Концертные вариации. Солист, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Профессор, заведующий кафедрой струнных народных инструментов Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова. Алексей Буряков.
Мы благодарим Алексея Бурякова, члена жюри конкурса мастеров балалайки и участника фестиваля «Созвездие мастеров». Далее в программе нашего концерта прозвучит фантазия на тему песни Гаврилина «Любовь останется». Солист, автор, доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, а также член конкурса мастеров балалайки Евгений Жилинский.
Благодарственное письмо за участие в 17-м международном фестивале «Созвездие мастеров» вручается Евгению Жилинскому. Иванович, «Дунайские волны».
Андреев «Вальс каприз». Солист, заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Ибрагимов.
Штраус, полька «Вечное движение». Рахманинова подходит к концу, и мне очень приятно, что наш замечательный оркестр принял активное участие в этом праздновании, и мы сейчас для вас сыграем адажио из второй симфонии Рахманинова. Сергей Васильевич говорил, что такое музыка? Это тихая лунная ночь, это
шелест осенних листьев – это то, что идет от сердца к сердцу. И вы знаете, играя эту музыку, действительно, этот коннект присутствует. Я надеюсь, мы доставим вам удовольствие исполнить на бис это сочинение. Спасибо.
Мы благодарим за участие в 17-м международном фестивале «Созвездие мастеров», Академический оркестр русских народных инструментов имени Николая Некрасова, Всероссийской государственной телерадиокомпании, художественный руководитель и главный дирижер Евгений Волчков. Наш концерт подошел к концу. До встречи завтра на концерте закрытия фестиваля и награждения лауреатов и дипломантов 15-го Всероссийского конкурса мастеров балалайки и домры.